что произошло только что. Запретная зона. Запретная зона. Кинотеатр остался. Так, ну что, куда нам сейчас? Так, секунду. Мы снова в игре. Ну-ка, сигнальный колокол. А в жопу он нам нужен. Браво, Арно. Логичность твоего персонажа просто зашкаливает. Блин, лаги какие-то ссаные. Тупая игра, она меня бесит. Почему тормоза происходят? Я понимаю, если бы FPS падали, но, блин, тормоза, почему? Такое ощущение... Бред какой-то, честно скажу. Реальный бред. Так, вот тут у нас сундучок есть. По-любому надо к нему туда подобраться. Вот почему-то в той серии такого не было. Я не знаю, от чего это зависит, честно. Вообще не понимаю. Бери больше, там еще что-то было. 100? Блин, они что, издеваются? Почему они с каждым разом все меньше дают? Самое интересное, что чем меньше у нас денег, тем меньше они дают. Вот это тупизм, реально. Блин, ребят, что происходит, я не понимаю. Что это? Он завис! Нет, он завис! Он завис! Черт! Он реально завис. Ой, блин. Что делать-то теперь? Так. И в чем прикол? Обожаю ассасина, блин. Ой, блин. Да. Наверное, видели в интернете уже прикол такой. Типа, там... Собрали видео баганые все из ассасина. Ну, не все, естественно, те, которые, видимо, засняли. И под музычку все это очень эпично смотрелось. Ну, забавно. Правдоподобно. Ну, все правдиво, все это правда. Ну, мол, что это, да? Вы хотите, чтобы мы платили же за эту срань деньги, да? Вы хотите, чтобы все покупали себе новые... агрегаты, машинки каждые полгода, да? С каждым по 30 тысяч, скажем так, в полгода тратили. Ради того, чтобы просто поиграть. Я понимаю, да, там всяким обзорщикам великим им это нужно, но... Но, блин, простым смертным, простым людям обычным, которые просто хотят... поиграть. А потом спрашивают. А почему торрент так качают? Почему? Почему? Да потому. Может, мозгов у них нет? Вот почему. Так, ладно. Не будем осуждать. Наслаждайся то, что у тебя есть. Да? Что называется? Что за звуки? Какие-то блин, такие писклявые. Ладно, ладно, ладно. Ничего, Арно, мы разберемся во всех, со всеми в этой, со всеми злодеями в этой игре, да? Невеждами. Значок этого восклицательного знака, такое ощущение, где-то там вообще далеко, прям. Перейте. На самом деле, сейчас вот я войду в эту зону, и он наверняка появится. Так. Опа, вот это видели, да? Вот это видели, как он полетал, мальчик.
Да, какие-то бывают лаги непонятные. Ну, может быть, это миссия такая просто. Так, стоп, как я мог пропустить сундук? Сука, он опять наверху. Да, блин, не хочу лезть. Ну ладно, придется. Бабла у нас мало, потому что... Но зато здоровье нормально, да? Пятерка, то есть, представляете, сколько у нас здоровья? Это вообще офигеть. Ну, лекарство. Так. Мне вообще насрать на эти лаги, я обязательно пройду эту игру. Вот точнее, я имею в виду, пройду вот это задание вот сейчас. Мне вообще насрать на лаги. 250, ну вот они меня услышали, походу. Блин, тут сена нет, да, к сожалению. Ну хорошо. Игра сама по себе неплоха, но лаги-баги, вот эти вот, что называется, это огромный минус. Когда же они уже завершат свою серию ассасинов? Они уже печенками всех сидят, мне кажется. Что это было? Я даже мышкой не шевелил. Представляете, я просто убрал мышку, чтобы посмотреть, что это такое. Так, приглашение на ужин. Хорошо. То есть, представляете, я мышку брал, а он камеру двигает. Ну, это реально бред какой-то. Так, Лувр. Нифига, Лувр, 20... Что-то там... Уверен в этой затее? 1700. Не то чтобы совсем. Но маркиз бывает в конвенте вместе с Лепелетье. Вдруг что подскажет? Что-то такое происходит. Ой, это наш старый знакомый. Так, какой из примеров порочности духовенства более яркий? Семь монахинь, устроивших оргию с приходским священником, или бенедиктинец, который изнасиловал козла по кличке Пий? Ну уж нет. Хотите, пытайте, но я вам не отвечу. Согласен, Арно. Пусть будет козел. Итак, чем могу служить вам? И вашей милейшей спутнице. Луи Мишель Лепелетье. Что вам известно о нем? А, Луи. 2 года назад был против смертной казни, а теперь требует казнить короля. Где его найти? Увы, другие депутаты меня чураются. Я, видите ли, не очень люблю рубить головы невинным. Кстати, о невинных. Де Сад? Да. Лепелетье? Да, Луи обычно обедает в одном заведении, что подле Пале-Рояль. Там его и ищите. Не найдем? Вернемся. Правда? Тогда, надеюсь, не найдете. Не надейтесь. Ты чё, мою тёлку клеишь? Ну, в смысле, Арно. Ладно. Нам нужно выполнить задание сейчас. Как же оно называется-то? Короче, нам нужно сейчас найти... Чувака кот. Ай, блин, опять какой-то замок сейчас. Блин, ой, ёп. Вижу вино во дворец. Туда езжайте. Смотри, вымой окна как следует, а то месье Лепелетье браниться будет. Да, мадам. Обходные пути. Гражданин Тольедо. Жесткие лаги начались. Так, ну что, я все понял, куда нам сейчас. Да все, все, показал, давай, быстрее. Че это такое? Да легко, сейчас замочим. Так, значит... Так, возможно. Возможно, для проникновения. Где? Где возможно для проникновения? Не вижу. Так, возможно. Где-то с другой стороны, видимо. Может, вот там голубой? Ну, хрен знает. Ну-ка, давайте спускаться. Нам громил надо до безумия довести. Ничего, справимся. Так, идем. Если вот так сделаем. Во! Зеленые, что? О!
А как мы проникнем, если наш задание там находится наше? Ладно, давайте вот так вот. Перелезаем. Да ёб самый лагерь. Что ты будешь делать? Фига он прыгнул. Так, вот это вот это опасно, значит. Опять ночь. Что же ты будешь делать-то? Ладно. Так, капсулу. Почему-то не нажатая. Ага, все. Мы забрались на самый верх. С самыми жуткими лагами. А, стоп, там у нас чувачок один. Сейчас мы минусанем тогда. Сейчас мы вот так вот. Красавчик, Арно. Только не упади, пожалуйста. Хотя насрать, в принципе. Только мне тебя обыскать. Какого хрена это произошло? Вот козел, а? Увидел таки. Таки увидел. Ну ладно, сейчас мы В-буковку нажмем, глянем, тут еще никого нет. Да не, вроде никого нет. Сейчас мы перебежим. Чё за лаги? Я, блин, мышью не дергаю даже. Так, В. Нам подсказывают В зачем-то нажать. Так, так, так. А где возможность для убийства и возможность для проникновения? Ух ты. Вот это вот опасно. Да, это враги, к сожалению. Так, а нам куда, я чуть не пойму. А, нас... Это просто зеленая область. А, нам, походу, надо узнать, где наш дорогой друг. Сейчас мы посмотрим. Так, а вот что-то здесь нет. Ну, наверное, он там дальше. Хорошо, хорошо, но... Другой вопрос, как туда попасть? Причем незаметно. Ну, вот я вижу один способ. Здесь, например. Так, вот тут можно как-то попасть внутрь. Но для этого мы сначала должны посмотреть, куда именно нам нужно... Примерно в какую сторону идти. Так, ну здесь не хотелось бы мне идти. Блин, вот этот еще козел здесь стоит. А, у нас можно использовать этот клинок. Чтобы довести громил для до безумства. Что ж ты будешь делать, Арно? Иди сюда, червяк! Гражданин! Я тебя в порошок сотру! Санплаги. Ой, что ж ты делать-то будешь, ассасин? Что происходит? Я не понимаю. Что за лаги? Что происходит? Объясните. Это громила? Кто это? Но я в него не попаду, наверное. Вообще насрать, наверное. Ну, сука, иди сюда, ёпрасте. Сейчас мы сделаем вот так. 5, 6. Сука, чё ты сделал? Как? Блях, ну не туда нажал. Еще и мышь эта лагучая. Я, наверное, сдохну, пока пройдет этот ассасин. От таких-то лагов. Что ты делаешь? Во-во-во-во-во, стоп-стоп. Иди сюда. Ну подходи, урод. Пожалуйста, только... Блин, да неужели... Почему я не могу попасть? Ну, почему? Во-во-во-во. О, все, валим. Стой! Да, ты!
кто я? Давай, Арно. Погнали пока. Чё за лаги? Ёпарасете, а? Ёкарный мамай, а? Блин, не, я пройду это задание точно. Не насрать вообще на лаги, блин. О, вот он наша цель, ёпа. Вот оно. Вот оно чё, Михалыч. Да прыгай уже направо, ёп. Давай, давай. Ничего, Арно, я сделаю из тебя человека. Лаганый урод. Так, где тут способ для проникновения-то? Где-то он здесь. Так, а это кто? А, для убийства. Но это нам не надо особо. Так, еще где-то. Ах ты, блях-муха, я пропустил. Восклицательный знак, где-то... А, вон там окно, что ли? Или где? Ну-ка. Так, все, я тут. Ну-ка, давай, Арно, назад возвращаемся. Сейчас посмотрим, что там за ботва у нас. Блин, если бы это была реальность, я бы наверняка проник через окно с саной, разбил бы его, и все, нафиг, разобрался с этими уродцами. Вот. Возможность для проникновения. Да прыгни ты уже, ёкарный ты, долбанутый. Лаганый. Так, ну-ка. Это особо врагов-то даже нет. Сейчас застрелится, смотрите. Да, походу все уже. Так, ну что, давай вот сюда. Виноват. Извини, свинцовый сахар. Один стакан и... Не знаю, что. Мальчик, я 30 лет в этом деле. Уж отраву зачем? Я могу распознать. Может пригодится. Тут же вина на полсотни. Что же мне с ним теперь делать? Ну, так, не понял. Знаю, может, возьмут убийство при помощи яда. А я ни капли этой дряни не куплю. Столько людей. Чё я сделал-то? Прости. Да, офигеть. Так. Убийство при помощи яда. Да нахрена мне это надо? У меня, кстати, есть яд, по-моему, там гранаты свои ядовитые. Сраные. Ну, ладно. С этих еще можно собрать что-то. Ну ладно, пофиг. Так, погнали в этот сраный громил. Да у нас нету этих вот этих вот больше средств, клиночков. Ну пофиг, неохота их тратить на них время, бирать там. Зато давайте смотреть. Ах ты, Арно, давай. Так, мы будем сейчас смотреть, как туда можно пробраться. Так, куда самое главное? В нажимай. Вот он сидит там, срет походу. Во, вот здесь надо как-то. Блин, ты... куда ты прыгаешь? Тем более здесь нельзя почему-то пробраться. Вот тут, наверное. Да, во. Ой, это опасно. Так, а кто у нас тут? Стоп, так это улица, да? Вот пипец. Как нам пробраться туда? Подожди, возможность для... А, возможность для проникновения. Вон она где. Вот оно, Михалыч. Все, понял. Я немного не туда посмотрел. Я не увидел, что восклицательные знаки-то разные. Вот я что-то тупанул, а? Вот оно, оказывается, чё? Слушай, а где это такое-то хоть? Так, это... Вот, под нами, да? Да, ну, видимо, где-то там. Да. Ну-ка, перелезем. Сейчас оценим обстановочку. Ну, и где, и как? Это вообще с какой стороны-то, ёкарный мама, я не пойму. Блин, засунули, может они... И что имеет в виду область проникновения? Место, как проникнуть к нему внутрь, или как проникнуть в это вообще... блин, внутрь, или вообще дворца? Не в его там комнаты, а вот внутрь дворца. Немного тупо как-то все.
Так, ну ладно, погнали. Ну, орлиное зрение, я нажимаю. Сука, блин, что за лаги, я не понимаю, ну откуда они? Да не может быть, это баганый этот, ассасин наверняка. Блин, ребят, я не знаю, короче, куда там проникнуть, бляхмуха. Проникать нужно, я буду по старинке сейчас вламываюсь. Так, только бы знать еще куда вламываться. Так, окна где открытые? Сука, лаги бесят. Реально бесит. Когда же я уже пройду эту самую игру? Удалю ее с удовольствием, наверное. Давай, сука, прыгай. Прыгай. Вон окошко, да? Вон, ништячок. Ну вот, чем не проникновение? Нормально. И никого нет. Зашибись вообще. Только ты давай залазь туда. Эй, ты мне не говоришь, что туда нельзя залезть, Арно, а? Ребят, ну вы хотите игры приближать к реальности? Ну сделайте их более реальными, я не знаю. Ну закрыли бы окно, ну какого хрена это происходит? Как мне его убить? Вот этого могу убить, нет? Что это вообще такое? И по углам всю грязь протри. Месье Лепелетье. Он толк знает, вот. Пардон, мадемуазель. Месье Лепелетье жаловался на духоту в кабинете. Откройте окно. С чего бы вдруг? Месье же сквозняк не любит. Понимаю. Удачи. И открытым не оставь. Месье Лепелетье сквозняк не любит. Так. А что это мне тут написано? И по углам всю грязь протри. Месье Лепелетье. Чё, взятка? Он толк знает, вот. Ах ты, сука. Слушайте, а как ж пробраться-то внутрь этого дворца сраного? Мой начисто, чтобы я не понимаю, ребят, честно. Так, ну окна все ссаные эти, нет. Чё-то как-то вообще непонятно. Так. Что будем делать? Да сука, лаги, как же у меня бесите, реально. Чё я вам плохого сделал лагом? Что вы мстите мне так? И просто ни с того ни с сего начал лагать ассасин. Вот просто ни с того ни с сего. Причем даже не лагать. Вот смотрите, я кручу... Бляхмуха, я кручу... Сука, я манал! Это самое, кручу мышь. Вроде все гладко. Ну, у меня гладко, по крайней мере. Не знаю, как на записи будет. А потом раз... Снова... Вот опять. Вот эти тормоза какие-то. Давай, сучара, давай. Сейчас будем искать вход. Я не выключу эту игру, пока вход не найду, бляхмуха. Это самое ужасное прохождение мое. Потому что я ненавижу эти лаги с... Куда, ёп? Ой, блин, ну да. Так, ну ладно, зато отсюда, может, посмотрим. Может, что-нибудь сейчас найдем. Так, не, я ничего не вижу. Хотя... Вот какой-то вход есть. Тут охранники. Очень много охранников. Ты, Арно, сука, ты понимаешь, тебя сделали ужасным человеком, ужасным персонажем игры, который ни члена не умеет. Ты понимаешь, ты ни хрена не умеешь.
Так, сейчас будем думать. Сейчас мы на, у нас сейчас мы возьмем 6. А, я знаю, что надо делать. Во, блях, муха, не, вот. А, не, все правильно, да. Смотрите, мы сейчас делаем вот так. Смотрите-ка, ну-ка. F. Арно, что ты делаешь? Объясни, какого хрена тут такая чувствительность сучарская? Давай. Ну, сдохните, твари. Или вы не хотите? А если я им туда закину, как вы думаете, что будет? Таким вот образом. Я ненавижу эту игру, ребят. Я ее терпеть не могу. Ой. Когда же, блин, я ее пройду? Ёпа. Офигеть, офигеть, ну, перелази, сука, перелази, быстрее, твари, блин, тут пройти нельзя, что ж за жесть такая, а, подожди, вот тут проход какой-то наверх, так, 8 ставим, да не восьмерку, сука, шестерку ставь, пятерку, четверку, тройку, вот пятерку. Увидите, американцы нас поддержат, американцы, Американ. Сука, я манал. Вы все будете грязью набрать. Не попадитесь на убийство. Нет! Ты сдохнешь! Убежишь! Убегай! Сдохните. Сдохните, умрите, тварь, я вас ненавижу, ненавижу. Дайте пройти, ублюдки, дайте. Сука, что ты сделал, Арно? Вроде пронесло. Так, ну что, мы уже куда-то прошли, да. Там еще один чувак. А где мы, кстати говоря? Я понятия не имею, где мы. Так, ну нам нужно. Нам нужно. А куда нам надо-то? Я что-то не пойму. Подождите, а куда нам надо-то? Мы вообще не в той точке. Офигеть. Да, мы где-то вообще в другом месте. По-любому здесь где-то должен был, видимо, вход быть. Как же я ненавижу такие игры, я их терпеть не могу. О! Какого? Марго готов. Как он меня видит? Хрень какая-то. Ну, просто растворился в воздухе. Ну, долби ты его. Почему он... О, давай. Почему он его не убивает, как того? Это бред, ребят, понимаете, это бред. Это не хрень, это фигня какая-то. Ну кто так... Чё такое вообще? Ну как это? Ну не бывает такого. Ну, почему он его не мог скинуть сейчас? Это же легче простого. Дебилизм полный. Так, ладно. У нас тут есть какая-то дорожка. Зеленая. Сука, ты залезешь или нет? Так. Здесь родников поблизости нет опасных. Так, все, сейчас мы идем, знаете, куда? Так. Это на всякий случай надо вырубить, я не знаю зачем. Так. А, лекарство максимум. Ну, значит, одно. Сука, я. Вот. Вывести из строя. Шикарно.
Все, так, идем куда сейчас? Вот сюда идем. Так, стражников вроде особо нет здесь. Там идут какие-то. Ну, я не знаю. Да. Здесь есть какая-то дорога, какой-то путь. Да, вот тут. В жопу на него. Насрать. А, бляха-муха, тут дверь. Нет, пожалуйста, нет. Нет. А, подожди. За что? За что мне такое ужасное задание дали? Я даже не знаю, куда мне идти толком-то. Сука, я манал вас. Куда мне идти? Вот отсюда. Я ведь был в нужной точке. Арно, ты такой даун, честно. Так, ну-ка. Давайте вот так двигаться будем. Так, сейчас мы посмотрим. Во! Слушай, что ты за дебил-то, Арно? Вот что ты сделал? Блин, ну что же он делает? Я не понимаю. Ребят, объясните, что он делает? Я не понимаю, честно. Меня просто ума не хватает. Как додуматься, ну как, зачем нужно было залезать сейчас в окно? Так, смотрим, нет нашего подопытного кролика. Он где-то вот здесь вот ходит. Судя по всему, сейчас, смотрите, он здесь будет, да? Ну-ка. Да, вон он сидит, все, значит, мы сейчас вот здесь забираемся в окно. Круг зря навернули, считайте. Сука, Арно! Сдохни! Ну, не сейчас, конечно. Во, все нормально, бляхмуха. О, отличный шанс. Чё ты делаешь? Чё ты на меня машешь? Чё, помахать вздумал? Сейчас я тебе помашу. Оранжевым загорелся, кстати. Какой же ты тупой, а? Во, наконец, молодцом, можно тебя похвалить. Так, все. Внимание, запретная зона. Да без вас знаю. Вот здесь по-любому нам нужно... Куда-то туда вперед, да? Так. Никого нет. Вот он. Сейчас спорим, еще и двери все закроют. Сейчас я его убью. Так. Кто я? Кто? Неси лучшего вина. А что тут я? А что мне надо сделать с ним? Сверхов никак нельзя с люстры, если... Так, надо найти... Лепельц. Стоп, я нашел. А что с ним сделать-то надо? Вот там какой-то секретный вход был. Прям вот рядом. Подожди, а что надо... Двойнику найдите. Ну, я нашел его. Или это не он? Подождите. Слушайте, может, это не он? Так, смотрим, что у нас по яду. 8. Один яд остался. Так. А как отменить? Во. Убить! Во! Я нашел его, типа. Яда больше нет, к сожалению. Что у нас еще есть? Дым у нас есть, и лекарства. Ну, я, кажется, знаю, что можно сделать. Можно сделать вот что. Значит... Далеко не ушел. Но куда? Он затаился где-то? Сука, залезь! Арно! Залезь! Стража!
Мочи. Слушай, а почему он не мог залезть на перекладину? Фу, Арно, ты меня так напугал. Когда его казнят, как простолюдина, мы явим миру истину Жака де Мале. Являйте миру все, что угодно, магистр. Но я служу народу Франции. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. Гражданин Лепелетье, в данный момент 360 голосов за помилование и 360 голосов за казнь. Ваш голос. Казнить его. Голоса были подсчитаны, великий магистр. И? Король умрет. Я это знал. С нетерпением жду момента, когда увижу конец тирании. У вас будет лучший вид. Валим, валим, валим. А у меня нет больше дыма, вот это пипец. Сука, еще и лаги ссаные. Нет! Нет, 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 не убивайте, не убивайте, не убивайте меня, ребятушки. Что же мне делать-то? О, окно, окно, пожалуйста! Арно, пожалуйста, Арно, Арно! Да, красавчик, беги, беги, беги! Фу, шикарно. Все, не надо спрятаться, ну в жопу, бежим. Все. Шикарно был. Я могу сказать. Смело, твердо мы справились с этим ужасным заданием. Все из-за лагов. Во, приглашение на ужин. Однако. Однако, да. Однако мы завершили. А, стоп. Наверх нам надо. Блин, долго уже играем. Надо бы завершить, разобраться с лагами. Ну, с ними я точно уж не разберусь. Награды. Сложность слабое задание. А выполняли мы его как очень тяжелое достаточно. То есть, я хочу вам сказать, ребятки, FPS у меня все все нормально. Проблема в другом. Проблема, сука, вот в чем проблема. Проблема в том, почему зависает игрок. То есть 40-60 почти FPS у меня, а игрок зависает. Слушайте, а как залезть-то? А, вот. Ой, ну это для быстрого перемещения. Ой, там сундук, что ли, внизу еще что-то, не знаю. Чтобы для точки быстрого перемещения мы это сделали. Ой, как же это круто. Так, а сундук здесь только красный, я не знаю, вроде под нами ничего нет. Где сено-то? Ясно все. Так. Карта открыта. И нам сейчас нужно идти. Так, а куда нам? А, так тут рядом. Да, кстати, совсем рядом. Чуток пройти.